Новый культурный проект «Скарбница Приднепровья» распачался в области. На протягу года плануется робить святы по традиционным календарным цикле белорусов. Причем удел у каждым таким святе будет принимать одразу несколько районов области. Первая презентация прошла у концертной зале «Могилёв» и была присвящена зимовым святам. Быху, Бялыны, Чебобруйску, Хурки, Глузка. На выставе презентации лепшие майстры районов и их вырабы. Это техника ганчарства. Потому что я с этой техникой связан амаль все життё, там и роблю. Вот. И я еще раз показываю, что на ганчарном крузе можно что угодно сделать. И машину, и девчину. Все можно сделать. Побач и фирменные мясцовые почастунки. А у нас все белынишское, все с домашней кухни, все готовилось своими руками, потому что держим и свинок, держим и коровок, и в лес ходим за грибами, все свое, все с дома. Проект презентует 4 великие блоки, каждый просвечен особной поры года. Дарыча, минулый проект, фестиваль народных талентов Могилевщины, где свою культуру презентовал каждый район, был вельми популярный у глядача. И «Скарбница Поднепровья» – выник летошней работы и одночасово выход на новый узровень. Мы будем по парам года идти. Это зима, весна, лето, осень. И вот именно по 5, где-то 6 районов у нас будут представлять презентацию данных праздников. Сегодня мы с вами видим батлеичные театры. Сегодня мы видим, увидим с вами аутентику нашей Могилевской области. То, что именно ценно и характерно тоже нашим белорусам. Наступный святочный блок будет просвечен весновым святам и пройдет у красовику. Организаторы обещают аутентику и колорит от лепших майстров и артистов в области. Татьяна Дмитриева, Александр Артемьев, «Новини региона».